своими глазами. Bicicletele, trotinetele electrice sunt un mijloc de circulație practic și des utilizat de către participanții la trafic, dar care, pe de altă parte, constituie un risc sporit pe segmentul siguranței rutiere. Doar în prima jumătate a anului curent, pe teritoriul municipiului Bălți, s-au produs 5 accidente rutiere cu implicarea bicicletelor și trotinetelor electrice. Мы проводим сейчас профилактическую беседу, да. Но в дальнейшем мы будем пресекать, так как у нас не соблюдаются правила дорожного движения. И будут наложены штрафы за эти правонарушения. Потому что велосипедист – это тот же участник движения, как и водитель любого автомобиля или другого транспортного средства. Да? Должны быть правила, должны быть и обязанности. У меня есть какой-то багаж привезти сюда, я могу пешком хотя бы. Пешком пойти. Вы можете да. идти, управляя его только за руль, да, как да, говорится. Да. Но я никак не ехать, не управлять. Я знала, вот он сказал, надо жилетку, я все это приобрету. В дальнейшем вы, как велосипедист, будете уже более видимы для водителей автомобиля. Да, я обязательно эту жилетку По тротуарам возьму. Также запрещается управлять этим да. транспортным средством. În care 5 persoane s-au ales cu diferite traumatisme. Astfel, poliția recomandă conducătorilor de biciclete și trotinete electrice să poarte echipament de protecție și vestă cu elemente reflectorizante. Так что нельзя вот так кататься по улице Индепенденции. Надо жилетки кататься, чтобы были все эти знаки отражающие. И аккуратно ехать, никого не сбивать. Fiți atenți la pietoni, în special la copii și persoane în etate. Circulați cu viteză redusă. Nu vă deplasați printre mașini. Nu urcați câte două persoane pe aceeași trotinetă. Dacă doriți să traversați strada, coborâți de pe trotinetă și traversați doar la trecere de pietoni, conducând trotineta de ghidon. Să zicem că poate nu într-atât putem eu să-l ajut pe omul și ala, însă și la cetățeanul și la care s-a adresat, lumea ușor este stăte pe suflet că el s-a adresat, adică el cu oricare plângeri și eu l-am auzit, l-am ascultat pe dânsul. Dar acum n-au, mai ales mai eu am văzut, am fost prin capitală, pe Chișinău, adică au niște motociclete, că așa o viteză și mai departe, merge polițistul și ala, mai vede el infractorul și ala, sau mai vede și nu-l mai vede, nu-l mai vede. Și dacă înainte, spre exemplu, când noi patrulam centru, să zicem, centru, eram însoțit de doi, cum era pe vremea și dândă, adică să facem mai mult lucru decât în prezent, eu când văd, ia că haide să ne uităm chiar acum, în afară de mașina care stă acum poliția. În afară, ați văzut vreun colaborator de poliție care se patrulează? Ați văzut vreun carabinier care se patrulează? Nu. Însă și acești carabinieri sunt foarte bine plătiți, îmbrăcați, hrăniți și așa mai departe. Manifestați prudență în trafic pentru că viața are prioritate. Mașina, добрый день! Велосипедист, управляя велосипедом, обязан быть, обязан. Это, да, да, я понимаю. Вы да. жилетки светоотражающие, да? Да? У вас такое нету на данный момент. Где она? Дома есть, да. Ну а почему дома? Вы уже управляете его, вы же не дома. Да, я просто в ночное время всегда не одеваю. Да. Этот пункт обязательно да. для каждого велосипедиста. Все, и в дневное, знать, и да. в ночное время. В ночное время. Дальнейший пункт. У вас есть спереди белая фара, да, должен. Да. И сзади красный отражатель. По улице Индепенденции, муниципальный город, вам разрешено управлять этим транспортом? Вот эта улица у нас Индепенденция, где вы видите, что транспортные средства не ездят, а в основном все пешеходы идут пешком. Да? Разрешено ли вам управлять этим транспортным средством? Раньше было разрешено. Раньше, как говорится, правила-то меняются. Да. Сейчас я не знаю. Сейчас не знаю. Вы когда заезжали с улицы Индепенденции, стоял дорожный знак, движение запрещено. А где я возле церкви Начнем перешел от примарии, да, прямо на здании примарии есть установленный знак, который запрещает движение. Также с улицы Пушкина тоже, да? Без значения. Дорожный знак для всех участников движения. Вы как велосипедист участник дорожного движения? Конечно. Следовательно, он и для вас, правильно? Короче, это вот эта площадь только для пешеходов. Совершенно верно. Так как у нас в муниципию слишком много дорожно-транспортных происшествий, да. а именно по улице Индепенденции, где пешеходная зона. Очень доволен, что мне сказали, что просветили меня, что я теперь знаю, где можно ездить, где нельзя.
Это только это ваша работа просто, да. Многие люди не знают, не только я. И еще я хотел вопрос, он значит, на самокатах, на этих... Запрещено. Все, да. Да. Лица, которые достигли совершеннолетия, запрещено управлять транспортным средством, а именно по улице Индепенденции. А, дети можно на самокате? Дети, да, до возраста, но опять же, в зависимости от скорости транспортного средства, если это электросамокат, то допустимая скорость не должна превышать 25 километров, под надзором только родителей, чтобы было видно, да, которые... 5 километров для площади тоже большая скорость. Совершенно верно. Ну, что разрешено? Сейчас мы говорим, вы как человек в возрасте должны знать эти. Где-то дети, может, не ознакомлены с этими правилами дорожного движения. Вы как водитель. Ну, да, я... Должен быть почаще. Мои детские требовали. Нам вот информация требует им партия полиции. А полиция свидет, где он моя права, читатель. Dacă fim aproape cetățeni, atunci răzăcă și mai multe ori cunoaște. Nu trebuie ca lumea să ascundă sau de polițiști sau invers. Adică trebuie totdeauna să fie împreună să colaboreze. Deci mai des colaborează, deci mai multe află și cunoaște cerințele, neajunsurile populației. Asta e.